Как его лишерга? Российские ресурсы для русских, бать! Я сессию завалил. Димон все равно говорит, что в стране педагоги не нужны. Он тебе не Димон. В Москве объявлено штормовое предупреждение. Как ты там? Хорошая больница? Вылечили ушибы? Тут уже второй шторм надвигается. Хорошая больница. Второй месяц уже лечусь. Бать, я блогером буду. Нести хрень с умным видом. Глядишь, в Думу позовут. Кремлю продамся. С вами проект «Жопы раком об косяк».